Уличный блок. Уличный блок номер 522. 522 подписчики. 522. Нужно будет два подписчики. Я сейчас попробую показать вам ярмарку московской сезоны. Я знал, конечно, еще работает. На видео. Два. Нужно буду попросить. Сейчас мы на ярмарку пойдем. Если, конечно, работа, она еще работает. Покажите. Я сейчас в тёрничь по чуках иду. Всё. Там минус стоит. Ютуб. Ютуб канал Нина Гадкова представляет вечернюю прогулку по Южному Бутово. Так, сейчас, конечно, ярмарка сейчас. Сейчас мы поснимаем ярмарку московские сезоны и посмотрим на цены, какие здесь есть. Все. У меня новый, я помню, у меня новые покупки. Я сегодня купила 200 грамм конфет. Я очень обожаю мятные конфеты, подписчики. Сейчас я иду по дороге. Я постараюсь снять два видеоблога. Два уличных блога. Значит, это у нас Адмирала Грунева. Улица Адмирала Грунева называется. Ну, парк московской сезоны. Так, надо сейчас поезде выпить. Нормально, не вижу никого. Все. Теперь вот такая вот у нас дорожка сломалась под наполовинку. Подписчики. Все. Сейчас мы поснимаем очередь. Большую очередь на аттракционы. И еще. Мы сегодня пойдем. Дети на видео, вот сюда. Пищики.
И сейчас мы идем на саму ярмарку посмотреть, как тут. Вот, тут был красненький. Можно книги старые. Все. Это было совсем не будет на территории площадки. Так, я не знаю. Все. Вот это у нас лев. Лев. Это у нас лев. Это у нас лев. Значит, в часть парка у нас лев стоит. Лев стоит. У нас лев стоит. Вот он. Лев стоит. Где свой лев? Он приносит удачу. На Адмирала Лузова есть... У него есть такой лев. Вот такой лев. Вот еще такой. Все. Тут у нас стоят дети. Живые цветы, живые изгороди стоят, цветы там. Ага. Потом вот тут. Еще вот такие красивые. Такая красивая декорация тоже. Помойка, коляска. Карусель здесь стоит детская с конями. Это у нас мастер-класс. Это очередь на мастер-класс. Это у нас... А тут здесь у нас шашлык делается. Фестиваль называется «Вина и Буча». Такая фиша фестиваля. Снежные цветы висят, настоящие, живые. И все у нас стоит Буча. Сейчас, о, пищеванты, здесь у нас дуб. Еще у нас дуб. Дуб. Угу. Карусель у нас. Угу. Здесь у нас народ гулять. О, пищеванты. Мастер-класс по сушке. Здесь у нас люди гуляют. Здесь у нас такое. Здесь у нас чебуреки, лимонады, компот, кофе, закуски. Здесь у нас московский сезон. Здесь у нас продается мед. Здесь у нас, ух ты, смотрите, здесь идут испытания московской сезоны. Здесь эти стоят викинги. Мастер-класс стоят, мастер-класс вот такие. Тут у нас эти есть. Тут у нас сок есть такая. Тут у нас эти мастер-класс. Тут у нас вода есть. И тут вода, вот у нас все. Здесь у нас эти. Здесь у нас вот такая вот продукция. Здесь у нас вот это, чему есть здесь. Здесь вот такой мастер-класс идет. Здесь такой мастер-класс идет. Здесь концерты проходят. Здесь 9 мая здесь концерт был. Вот на этой сцене вблизи сделанный. Вот такие вот мастер-классы проходят. Здесь у нас кафе. Он тоже кафе. Ну ладно. Здесь у нас мороженое. Мороженое, главное, гранат малина, 300 рублей стоит. Обычное мороженое, любое эскимо стоит 200 рублей. Чистая линия. Завод «Чистая линия». Угу. Так, всего. Угу. И шашлыки делают. Здесь настоящие цветы стоят. Вот этот, по-моему, если не ошибаюсь, герань. Вот это, я не знаю, что это герань.
Сейчас не ошибаюсь, надо смотреть. Ну-ка. Ой, да, она самая, это герань. Герань, да, это самая. Это герань, да. Смотри, сколько здесь, сколько, смотрите, здесь какая разновидность веловетроки, подписчики. Это веловетрока. Разная, всякая разновидность. Еще такие красивые. Все. Еще. Да, вот так. Все, пойдемте, подписчики. Пойдемте, мои дорогие подписчики. Мои любимые. Сейчас мы спустим. Здесь есть пандус. Также все для маломобильных людей. Здесь есть вот пандус, подписчики. Здесь сейчас... Здесь вот так, здесь у нас есть вот, так, вот такой, кстати, вот такая вот штука. 20 рублей сейчас идет по акции. Ну, потому что у них тренды уже спали на них. Они теперь не популярны, а теперь вот эти штуки, эти стрессы, теперь продаются по акции, подписчики. Так, Кусь побежал. Подготовить моду. Все. Так. Надо пойти по черной дороге. Все, подписчики. Дальше идем. Дальше идем, подписчики. Дальше идем. Электросамокат поехал, подписчики. Видели? Да чуть ли не на меня наехал. Так, сейчас мы в ту часть парка пойдем посмотрим. Там говорят, флаги установили, подписчики. Малышочек маленький. О, это в России сделали, кажется, цену, подписчики. То есть части парка. Так, сейчас мы, чтобы по лестнице подниматься, узнаем. Здесь китайцы пойдем. Пойдем, блин, тут. А, нет. Хочу, что у нас тут, так, может, нет, все.
парковка машин. Переходим. Переходим дорогу. Возьмем нет пока. Так, смотрим. Так, там дальняя часть парка стоят флаги. И написано хэштег «Мы вместе». Это, наверное, в этом поддержку Донбасс, подписчики. Да. Вот, я из Москвы, и опять на половину этого. Вот такие флаги стоят. Называется мой 12 июля, Россия, мой месяц называется. Россия вперед, победу ждет. Ой, это такая лавочка, кстати. Я же не ошибаюсь. Надеюсь, она не окрашена. Точно, это такая лавочка, подписчика. Упс. Точно. Это такая лавочка оказалась. Кстати, а там тоже, кажется, лавочка такая. Надеюсь, я не стану коричневая от этого. Да у меня вся спина будет коричневая. Все. Дальше вот так вот. Сейчас мы посмотрим. Такая штука красивая. 20 рублей, подписчики. Да. Не поверите. 20 рублей, да. Все. Видео, да. Все, подписчики. Вот так, все, подписчики. Походу, это иллюминация ночью светит. Видите, здесь эти провода стоят и лампочки. Походу, это декорация ночью светит. Так, флаги российские. Я попробую снять, конечно, прохожих. Я еще ни разу побуду, не снимал так. О, блин, там, как кажется, на поле покой стоит, чтобы он меня не лизнул по щеке. Дневная пошла. А нет, няна. Не казалось, не казалось. Мы сюда ждем с другой стороны. Опа.
маленький кусок. Сейчас у нас... Так, декорация в парке стоит. Сейчас мы посмотрим поближе. Ну-ка, начнем, пожалуй, с этой части парка, где детская площадка. Так, начинаем. Смотрим, дальше есть штука, но она не такого. Ютуб-канал Незнакомого. Бутовчане. Южно-Бутово. 10 июня 2023 года. Половина дня. Я убиралась в комнате. У себя в комнате убиралась. Полдня. На это ушло полдня, да. Сейчас объясните на пару. Двадцать. Ой, поверьте, смотрите, за сколько я купила. Тут подарить подписчикам. Не поверьте. Вот тут мне, вот этот попыт мне подарит всем подписчикам. Ютуб-канал Нинка Твова. Велосипедисты, едут подписчики. О, смотрите. Давайте. Стоят декорации. Они ночью светятся. Ко дню России делают подписчики. Вот они. Вот видите? А вот там, а там, а вот на той сцене, я уже буду сказать, 19, был концерт сегодня утром, но я не успел подписчики. О, там концерт поставить. Йорк-парк. Пальчики. Блин. Домой уехали продавцы. Я выкладывала вот эту палатку фотографии ВКонтакте на День города, если вы, как вы помните, если вы помните, подписчики. Вот, только что арк поставили, ну ладно. Та-ти-та-там, та-ти-та-та-там, та-ти-та-та-там. Так. А еще у меня новые туфли подписчики. Зеленый, темно-зеленый. Так, все. Девочек. А, вот. Сейчас я теперь вам с этого ракурса покажу, как выглядят флаги. Вот так вот. Вот такие вот декорации. Раз, два, три, четыре. Четыре флага. И с этой стороны тоже четыре флага. Там люди бутовчане наш гуляют. Так, дальше у нас.
мягче. Так, похоже, мне придется прерывать видеоблог, потому что мне надо срочно отойти в розовый домик. Потом начинаем сразу же второй стрим по второму паху около поликлиники. Если, конечно, моя мозоль даст сегодня пройти по второму паху. Мы побываем с вами сразу в трех парках. Это первый парк, это Адмирал Роунёвел. Второй парк, это Лошо. Да, пойдём. Зарёшимся, какой-то. Это вот там. Это называется туалет, подписчики. Всё. Так, сейчас мы до конца розом поближе к розовому домику подойдем, завершимся на входе. Потом я, значит, как только выйду, я руки помою и сразу же начнем второй уличный блок номер, так, уличный блок номер 623. 623, ты в окошко смотри, так, ой, зачем я это говорю? Так, не в окошко посмотрю, придется переделать блок. 623, прогулка по Южному Бутуру, так будет оно называться. Все. Вот, как есть, это детский магазин. Смотрите, розы цветут, подписчики. Розы цветут. Подписчики, розы цветут. Розы цветут, подписчики. Все. Все. Вот так выглядит. Так, YouTube-канал какой это здесь? Так, здесь лавочка, на которой я сижу иногда. Здесь у нас раздельный сбор отходов. Здесь бумага, стекло и пластик. Раздельный сбор отходов Южный Бутур. Так, все. Здесь у нас, так, все. Вот, смотрите, улица Адмирала Лазарева, 17. Сейчас мы подходим и завершаемся. Сейчас мы заходим и завершаемся. Так, все. Сейчас мы заходим и завершаемся. Так, все. Завершаемся.